Товарищ полиция! Лежать! Лицо вниз! Вниз лицо! Ноги вытянул! В стороны ноги! Руки в стороны! Сейчас, подождите. Не проснулся? Нет, конечно. Запрещенные вещества храните в квартире? Нет. Свои? Оружие, наркотики есть? Нет, ничего. Все. Нужен, берите, не нужен, не берите. Тут, в принципе, всего достаточно. А почему вы забрали этот автомобиль добровольно? Почему вам его отдали? А, потому что человек должен был сумму денег. Подъехали неизвестные мне лица и под угрозой расправы как бы отобрали автомобиль.